Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Я, Екатерина Быкова, вам расскажу, что нас ждет за окном в четверг, 27 июля. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно с дождем. Днем плюс 22, ночью плюс 13. Скорость ветра 3 метра в секунду. В южных районах малооблачно, также небольшой дождь. Днем потепление до плюс 24 градусов, ночью по-прежнему плюс 13. Порывы ветра до 7 метров в секунду. В Улан-Удэ малооблачно без осадков. Днем станет теплее. Температура воздуха поднимется до плюс 26, ночью плюс 15. Скорость ветра 8 метров в секунду. С вами была Екатерина Быкова. До скорых встреч!